Ну что, сдаешься? Привет, Ви! Ты готов? Волнуешься, Том? Как ты понял? Ну, ты же раньше никогда такого не делал. Просто представь, что работаешь как обычно, но по другой программе. У тебя получится. Круто, что ты пришла. Да, я подумала и решила, что вы правы. Бывают случаи, когда единственный аргумент – это пинок по яйцам и пуля промеж глаз. Ты уже выяснила, как идти к Хироми? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Да, кстати, а где Майка? Пошла к Хироми, чтобы у него не возникло подозрений. Она задержит его, пока мы не придем. Помните, всю работу должен делать поведенческий чип. Не задумывайтесь, как лучше поступить. Просто положитесь на инстинкты. Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись. Ну что, начинаем? Да, пора бы. Евро-долларов в месяц. Уже вторую неделю подряд на свалке, в которую превратились развалины Атлантик-Сити, бушует страшный пожар. Эта свалка в 4000 гектаров – одна из крупнейших. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха! В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных. Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. И токсические отравления. Шведская академическая премия по литературе объявила... Мне нужен приборный щиток с той стороны. Можешь с ними разобраться? Почему всегда что-то где-то ломается? Thank you.
Что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Начинаем по знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного. Да и здесь от меня больше пользы. Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал. А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу, но... Прости, у меня не получится. Придется тебе как-нибудь самому. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Команде. Давай! Они подняли тревогу! Без паники. Я с этим разберусь. Ну да. А чё? Ведь генеральный сам хочет его
А? Я тоже. Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Прошло и года. Я уж думала, можно заказывать тебе венок. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Мне она тоже не нравится. Наглая. Я не хотел поднимать тревогу. Пришлось идти осторожно. Угу, по шагу в час. Ты могла бы отозвать охранников. Тогда не пришлось бы ждать так долго. У меня нет таких полномочий. Пока. Почему их там трое? Не понимаю. Что она хочет вот сделать? Вот наша цель. Хироми Сато. Пока нет полномочий? Я вижу, ты очень уверена в себе. А почему бы и нет? Пока что все идет по моему плану. Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков. Я ее сама выбрала. Она заменит Эвелин. И, надеюсь, окажется умнее. Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как те. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка! Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Я же сразу сказал, что убивать не буду. Ну вот. А я думала, что ты просто хочешь порадовать нашу маленькую Джуди. Не хочешь убивать — не убивай. Главное, чтобы он ползал по своему начищенному полу и умолял нас о пощаде. Все ясно.
То есть ты хочешь заменить Хироми? Хм. Даже если для этого придется вступить в тигриные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне все это. Поздно сомневаться. Том и Рокси уже все сделали. Ваша кукольная революция уже началась. Или мы сейчас вместе выиграем джекпот, или потеряем все. Делай, как знаешь. Она, конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Я правильно понял по этой пламенной речи, что новый менеджер уже... Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Хироми должен уйти. Это я уже слышал. Дальше-то что? Может быть, вырежете всех клиентов и оставите кукол трахаться друг с другом? Облакам не нужны боссы. Куклы будут сами решать, что им нужно. Ви, ты забыл кое-что сказать. Мистера Сато заменю я. Я на дух не переношу хаос и анархию. Я все возьму под контроль. Сначала возьми под контроль хотя бы своего наемника. Хироми ответит за свою некомпетентность. Потом. А вот вы ответите за свою наглость. Прямо сейчас. Я тебя лично выебу! Ви, какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Ну и что же? Они отомстят. Ты превратил облака в бомбу с часовым механизмом. Ну, кстати, не факт. Может, когти решат больше не отправлять своих на смерть. Им это просто невыгодно. Они же считают доходы и убытки лучше, чем глава Мелитеха. От шельма не отстали, может, теперь и облака получат шанс на свободу. Я бы советовал тебе просто смириться, Майка. Уходи отсюда! Сейчас же! Ладно, Ви, уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. И Рокси в безопасном месте. За ними не гнались.
регионов Бельгии и Нидерландов. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Блять. И как я не догадался. Она, небось, сразу это задумала. Вот как только мы к ней пришли. Господи, ну я тупая. Да похер, что она придумала. Главное, мы добились своей цели. Облаками будут управлять куклы. Да. К этому мы и стремились. И ты это сделал. Спасибо. Увидимся, Ви. До связи, Джуди. Еще раз спасибо тебе. Ты спас много жизней и конечностей. Что вы теперь будете делать? Твой брат уже не может быть монахом. Обеты протимокши помогают достичь просветления. Это не заповедь. Хотя мой путь станет намного труднее, я с него не сверну. А проясни-ка мне вот что. От имплантов вы не в восторге, это ясно. А по поводу конструктов, что думаете? А, ты о биочипе, верно? Это нынче такая модная штука. И очень сложный и спорный вопрос. Вопрос в том, что есть энграмма. Копия личности? Или сама личность, перенесенная в цифровое пространство? Предположим, энграмма — это копия. Что тогда? Можно признать ее настоящим человеком? Если эта энграмма осознает себя, буддисты будут считать ее человеком. Совершенная копия личности остается личностью. Но доступна ли ей реинкарнация? А если нет, можно ли считать, что у энграммы есть душа? Иными словами, ты хочешь сказать, что все сложно. Жизнь есть череда страданий. Они сопровождают человека с самого рождения. Если конструкт может страдать, это человек. Давай остановимся на том, что энграмма — это оцифрованная личность. Как по-вашему, это кошерно? Буддизм не возражает против оцифровки как таковой. Проповеди в храмах иногда читают машины. Перенос сознания не считается греховным, при условии, что это совершено с согласия человека. Но важно помнить, что и тогда душа остается в плену материи, даже если это уже не плоть и кровь. То есть, к бессмертию вы не стремитесь? Тот, кто не может умереть, не переродится для лучшей жизни и никогда не достигнет нирваны. Ну что скажешь, Джонни? Ты — это ты или просто копия? Какая разница? Он же тебе все объяснил. Моя тюрьма — это 10 строк кода. И твое тело. А может, Джонни Сильверхенд и правда мертв? А ты всего лишь... ну... Что, имитация? Ты это пытаешься сказать? Если настоящий Джонни Сильверхенд и правда мертв, то это его проблемы. Не мои. Пойди разберись. Как начинаю об этом думать, башка трещит. Ну что, тогда желаю вам удачи. До встречи. И не сворачивай с праведного пути. Thank you.
Ну, наконец. Привет. Пойдем. Пора объяснить этим малолеткам, что их 5 минут славы закончены. Привет. Ну чё, какой план? Ясен хуй. Заходим в клуб, находим гримерку этих блядей, решаем вопросы, сваливаем. Всё. Главное, чтобы меня не узнали. Не собираюсь делать им бесплатный пиар. Ты им и так его устроил. Их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы. Так не выебывайся, а? Лучше скажи, как мы туда зайдем. Пошли пройдемся. А, блядь! Они сейчас мега популярны в Мумбаи и Токио. Серьезно? Ты сейчас ищешь дурачков, а потом останешься стоять с этими билетами, как дебил. Вы цену слышали? Берите или валите отсюда. Бля, вот ты ебанутый. Я же говорил, надо было брать в предпродаже. Берем билетики, очень хорошие места, цена еще лучше. Серьезно? Все так ломятся на этот концерт? Прикинь, 2 недели назад я продавал билетики на Лизи Уизи. Даже они так не разлетались. Народ ошалел от этих девчонок, валят как безумные. Люди просто одноклеточные амебы. Слетаются как мухи на любое говно из рекламы. Ну, не знаю, у меня 2 последних билета. Брать будете? Почем у тебя билеты? Что я тебе говорил? Отдам по дешевке. Всего за 2 тройную цену. Никто тебе столько не забашляет! Никто! Подавись своими билетами! В жопу себе их засунь за такие деньги! Нет, так нет. Ты охренел. Я столько платить не буду. Окей, если хотите попасть на концерт, у вас нет выбора. Больше билетов нигде не купишь. Надо пройти за сцену.
пригодились пропуска. Может, подрежем деньги? Короче, у меня классная идея. Когда пойдем на концерт, подарим им подарок. Они у себя на сайте писали, что им нравится дорогой чай. Может, сделаем кружку, из которой мотя пьют? Да, тогда она точно нас запомнит. Это будет так... И она такая, о, это же те девочки из Найт-Сити. Они подарили мне... Пропуска. Как там дела у ребят? Все нормально? Были вроде проблемы с обработкой звука. Эти малявки привезли свои матрицы, а там какая-то кастомная японская херня. Парни никак не могли все это подключить. Не знаю, сейчас типа все работает. Обработка звука, ага. Наверное, какие-нибудь умные вакодеры. Они за них всю работу делают. Заходите. Японские символы. Откуда я должен знать, что куда вставляется? Ну нахер. Пойду обратно к своим кабелям. Рони, наверное, пошлют в Европу. А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы еще кредит не отдали за его импланты. Не печалься. Мы его посадили, когда Диего был год. И смотри, без отца нормально вырос. Ха, слушай, извини, но Диего сейчас бегает на подхвате у Валентина. Он сам зарабатывает, не понимая, что ты хочешь сказать. У нас сегодня Мигури? Или это Special Boy из благотворительного фонда? О, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэрри Евродин? Кэрри Сан? Кэрри Сал! Я вам покажу благотворительный фонд. Ви? Короче, это какое-то недоразумение. Сейчас все выясним и разбежимся. Кэрри Сан, что случилось? Мы же все обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово «старый» сейчас уже ничего не значит. Да они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. Так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с MSM на песню Кэрри Сана «User Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачек? Он даже меня не спросил. Пиджак, блядь, обосранный. Послушайте, Кэрри Сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мертв, но Кэрри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Очевидно же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте. Я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится. Мы поговорим с лейблом, Кэрри Сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдем, Ви. Кэрри-сан,
А можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. Ты похуй. Ви, щелкни нас. Давайте сделаем селфи. Все, наверное, этого хватит. Спасибо, Кэри-сан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? Правда? Ви, ты это, иди. Я тут задержусь. Сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Кэри-сан, может мы, не знаю, расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Говорить о музыке — это как ебаться на грядке с настурциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно до такой степени, что аж зубы сводит. По-моему, настурция красивая. Не хотите послушать, что мы сейчас пишем? Эти деньги мы хотели отсюда свалить! Woo!
Короче, еще одна журналистка покончила с собой. Таблоиды пишут, что из-за стресса на работе, но ее семья считает по-другому. Может, ты что-нибудь раскопаешь? Я отправил все подробности.
чтоб тебя. Ладно, я пошел. Я разберусь.
Thank you.
Твою мать, Ви! Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Все хорошо, что хорошо кончается. Закрываю заказ. Лично я. Так лучше. Уж ты мне поверь. Привет, Джуди. Как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? С переменным успехом. Ничего нового. Ты звонишь узнать, как мои дела, или... Не только. У меня к тебе... Просьба. Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм. Ты меня заинтриговала. А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала. Придется поднапрячь воображение. А ты знаешь, как ко мне подкатить. О, то ли еще будет. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо Коронадо есть дамба. Знаешь? Да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькая заброшенная бунгало. Приезжай туда на закате. То есть, это свидание? Ты не в моем вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать.
Густава Орта и Марта Фрейкс — это такие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густава. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Паникуй, режь. Ахиллово сухожилие такое большое над пяткой. Может, это его научит платить долги вовремя? А если нет, то быстро он из города не сбежит.
Thank you.
WNS. От Нолана Фрейкса. Бля, стоило ожидать. Любящий папа, от которого она пыталась сбежать, даже теперь ее отпустить не может. Он даже не знает, что произошло. Ну рассказывай, что случилось? Уроды с шестой улицы случились. Засада. Мы возвращались с тусы у Чичикса. Поддатые. Они напали у Беркли-авеню. Я быстро сработал, но... Но они стреляли быстрее. Целились в меня, попали в Марту. Вот и вся история. Тебе приказано меня убрать? Ну так делай свое дело! Главное, целься получше, чтоб без лишних жертв. За что шестая улица хочет тебя убрать? Ну, может, просто не любит Валентина? Или у кого-то ко мне личные счеты? У кого-то авторитетного, кто может исполнителей нанять? У Нолана? Он не стал бы рисковать жизнью дочери. Марта оказалась там случайно. А эти из шестой улицы знали, где меня ждать. Расстрельную команду поставили. Так что делай выводы. Я не буду стрелять. Я тебе верю. Что? Что слышал? Но ты должен уехать из города. Уехать? Как? И бросить ее одну? Она лежит в коме и дышит через трубочку, но... Это же моя девочка. Если она выживет, мертвым ты ей никак не пригодишься. Да, наверное. В этом что-то есть. Да, да. Сделаю по-твоему. Спасибо. Ты можешь спокойно уходить. Мои люди тебя не тронут. Do you know last-gen cyber can damage your system? Make sure your plan is always the latest model. Густаво Орта погиб. Пал от своей же руки. Как ты это сделал? Хотя знаешь, нет. Лучше не говори. Раскрывать собственные секреты – верный способ потерять доверие на улице.
Главное, что я получил именно тот результат, который требовалось. Закрываю заказ. С бизнесом. Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, эй! Он был в самом конце очереди! А теперь я в самом начале. Есть вопросы? Да, не, никаких. Добрый день, Дел, мадам. Ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Deloman. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Слушай ты, мне нужен Деламейн. Канал коммуникации открыт. Ваша личность установлена на основе сканирования черт лица. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после происшествия номер 77111101096. Ощущение зашибись, счастье полные штаны. Давай сюда настоящего Деламейна. Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Интересно. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что, блатной? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно. Давай. Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети Deloman пока не установлена.
Мои рабочие версии заражения мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Это у людей может быть штаб. А тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны властей участились, за мной уже следят. Копы следят или сетевой дозор? Боюсь, что последние. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам. Из-за черного заслона? Да, именно оттуда. Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Жители и гости Антарктиды ценят очень низкий уровень преступности. В год на континенте происходит всего 70 убийств на 100 тысяч жителей. Спасибо, что смотрите наши новости. Оставайтесь с нами.
Хорошо, я поищу. Поговорим! Я не вернусь! Ясно вам? Никогда! Встанешь у меня на пути, раздавлю! Посмотрим, кто кого раздавит! Связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения. Тебе понравится в одиночке.
осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламейн. Хорошо. Да нет, просто перезагрузить. Значит, придется обнулить себя самого. Эй, эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Зачем? Зачем себя разрушать? Потому что я несчастная машина в мире людей. Потому что я урод. У меня нет перспектив. И всякое хулиганье на улице меня третирует. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Деламейну, вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Деламейн меня ненавидит. Слушай, если ты убьешь себя, назад дороги не будет. Давай все-таки поищем выход. Ты относишься ко мне со снисхождением, потому что я машина. Тело — это всего лишь оболочка. Ты мыслишь, ты существуешь, ты страдаешь. Так что не такие мы с тобой и разные. То есть ты дал бы такой же совет и человеку? Тебе нужно разобраться со своей жизнью, Дел. Притормозить, переключить передачу. Возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Хорошо, буду искать. От 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели.
Я и не думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Богохульник! Ты убить сам принял его! Решение. У меня для тебя есть сюрприз. Довольно с нас тюрьмы! Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Погнали! Слинтяй в машину. Отпугать бесплатные машины! Стрелица 70. Ага. Итак, машина для убийства. Затяните поглубже в свое черное сердце. Сосовня! Сдохни, мразь! Хотел не надо. Я и так знала ответ. Мягкотелых слинтяев. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и, умерев, будет забыт. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот это была самая чокнутая машина. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже в пути.
Постараюсь найти и деактивировать. Сейчас про фламинго? Почему они розовые? Как будто с них содрали кожу, сварили заживо. И теперь они жаждут мести. Слышь, как тебе? Зови меня Клариса. Клариса, я, конечно, понимаю, что фламинго — это проблема. Но пора домой. Деламейн тебя ищет. Вернуться сейчас, когда они кричат, взывая к возмездию? Давай, я заставлю их замолчать. Значит, будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка – лучший бронежилет. Ну так что, Клариса, фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Мне нужна поддержка. Лишь та, что носит в себе хаос, может родить танцующую звезду. Клариса? Отключилась. Установлен контакт с пропавшим транспортом. Первоклассная работа, Ви. Перевожу вам часть вознаграждения.
пропавший транспорт сети Деламы. Спасибо, буду искать. Невыносимо. Да все. Город, пробки, толпы — это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань, в гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Здравствуйте, меня зовут Ариф Икбал, и это новости на WNS. Начнем наш сегодняшний выпуск сообщений из-за рубежа, а именно из Азии. Встреча глав Индии и Китая закончилась подписанием нового торгового соглашения. По взаимной договоренности были отменены пошлины на иридий, диспрозий и лантан, редкоземельные металлы, необходимые для строительства орбитальной станции Чию-2. Разрешено свободное перемещение по территории обеих стран людей с органическими и синтетическими телами. Это очередной важный шаг к необходимой экономической интеграции, который принесет всем сторонам значительную выгоду. Такая стратегия разительно отличается от политики протекционизма и таможенных войн президента Майерс. И о науке. Ученые-биотехники заявили, что они смогли совершить прорыв генетики. Им удалось возродить целых 3 вымерших вида животных. Канадского бобра, американского корсака и флоридского... Доехали. Это было ужасно, но все равно спасибо. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет.
с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира? Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали, надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей. Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Я установил связь. Премного благодарен, Ви. Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Thank you.
пропаже транспорта. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Я хочу помочь. Не приближайся! Эй! Притормози! Оставь меня! Все, отъездился. Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Да, бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас по возможности загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично.
Здравствуйте, сэр. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думал. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. Прости, не хотел тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Я так и не сказал тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Разумеется, спас. Мы ценим каждого держателя пакета Excelsior. Это было нечто большее, чем премиум-сервис. Нет, серьезно. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну. Для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. В этом значит твоя цель – расти и развиваться? Мир – это процесс. По одной дороге нельзя проехать дважды, извините за избитое выражение. И вы, и я представляем собой процессы. Мы меняемся вместе с окружающим миром. Я не считаю тебя чужаком. Мне приятно слышать такое от человека. Я очень старался вписаться в ваш мир. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. Protection for every engagement.